Привет, народ. Это истинный исследователь. Давайте опять померяем вес яиц. Уже второй или третий ролик я делаю, потому что, мне кажется, обманывают весы. Нормальные у меня. 65 грамм минимум, категория S0. Как видите, куплено в карусели в магазине со скидкой. Вот яйцо. Видите, маркировка S0. Не хватает. Ужасно. Круто. Херня. 65 должно быть. Почти что. Ну не хватает, блин. Хватает. О, ужасно. Херово. Охереть, 65 грамм минимум. Как сюда это залетело, говно? Херово. Ужасно. Точно. Точно. Хорошо. Да они почти что все не входят. Сколько вошло? Штук 5 где-то. 27 яиц было. 3 уже съели. Ну, в общем, мог бы пересчитать, конечно. Но посчитайте там, сколько входит, не входит. Не буду ролик длиннее делать.
Ужасно. До 65 грамм должно быть минимум. Ходила, ну, десяток, как бы, как вот у меня память вот длительная говорит. Не десяток из 27. То есть в одной трети входят, две трети обманывают, ну там 63 грамма, 2 грамма не хватает, но все-таки. То есть фирмы коммерческие продают за нормальные деньги, государство тоже все продает тебе. В итоге тебя обманывают, отнимают у тебя все права и жизнь. Потому что это не государство, это просто банда, прикрывающаяся государством. Я вам показал, как дело обстоит. Весы, надеюсь, у меня точные. Ну, явно там уже даже если 60 грамм получалось, уж не на 5 грамм они не ошибаются явно. Всем спасибо, пока. Смотрите мой канал, он офигенный, прогрессивный, и вы такими же будете. Пока, ребята.